Настоящий видеофильм, который, кстати, отснят любительской камерой, задуман как учебное пособие для студентов, изучающих проблемы декоративно-прикладного искусства. Киев, почтительно нареченный предками, матерью городов русских, имеет многовековую историю, наполненную и горечью разорений, и торжеством возрождения. Здесь, на Старокиевском плато, в конце V века размещалась часть града Кия, о чем свидетельствует этот камень. Рядом расположен другой камень, на котором высечена надпись «Висюда е пошла российская земля». Здесь же находится братская могила защитников города, погибших в 1240 году во время нашествия Батыя. Среди событий старины глубокой Киево-Печерская лавра хранит память о древнерусском лекаре Агапите, конец XI – начало XII века. О широком использовании художественного металла в архитектуре Киева в качестве средства выразительности можно говорить лишь начиная с XVII века, когда в архитектуре и искусстве появился Ренессанс. С середины XVII века, в эпоху барокко, металл стал применяться значительно активнее. Именно в этот период древнерусские храмы облачаются в пышные праздничные барочные одежды, радуя глаз сочным, пластическим, растительным декором, полихромией, золотом куполов. Для XVII века характерно изготовление кованых архитектурных завершений в виде репит, солнышек. Они напоминают фантастические цветы с разнообразием форм и согласованностью пропорций с архитектурой. В XVII веке фасады зданий стали украшать изделиями, выполненными по технологии металлопластики. Одним из примеров может служить двухметровая фигура покровителя Киева Михаила Архангела, которая была изготовлена в 1740 году из листовой меди и позолочена. В 1853 году на одном из живописных холмов, с которого, по преданию, апостол Андрей проповедовал Слово Божие, по проекту Варфоломео Растрелли была сооружена Андреевская церковь. Первоначально предполагалось изготовить элементы пластического убранства церкви, изображенной глины, терракоты, что соответствовало бы сложившейся киевской традиции. Но Растрелли повелел оные орнаменты отлить из чугуна. Отливки изготовили по деревянным моделям в Туле. Преобладающая толщина стенок отливок 17 мм. Общая масса литья 95 тонн. Ограждение церкви. Так выглядят чугунные полы и лестница. На стене церкви помещен портрет первого патриарха Украины Мстислава. В первой половине XIX века в архитектуре Украины утверждается стиль классицизма. Следует отметить, что в оформлении зданий, возводимых в этот период, чугунное литье применялось крайне мало. Вместе с тем обращает на себя внимание убранство Национального университета, первоначально Святого Владимира, а ныне имени Тараса Шевченко. Здание было сооружено в 1842 году по проекту академика архитектуры Викентия Беретти. Капители, базы колонн, светильники на главном фасаде здания чугунные. Они были отлиты в Тульской и Калужской губерниях. Его сын, та же академик архитектуры, Александр Беретти, является автором чугунной решетки ограды здания бывшей первой гимназии. Эта решетка появилась в 1851 году. Она и сегодня считается одним из лучших образцов архитектурного художественного металла. Эпоха классицизма отмечена еще одним произведением, ставшим символом Киева. В 1853 году на нижней террасе Михайловской горы был установлен памятник князю Владимиру. Бронзовая фигура высотой 4,5 метра установлена на цоколе из чугунных плит в виде часовни. Замечательный скульптор и литейщик Петр Клод успешно завершил работу по созданию памятника,
начатую скульптором Демут Малиновским и архитектором Коном. С появлением этого памятника гора стала называться Владимирской. В 1893 году крест был иллюминирован электрическими лампочками. Электрический крест на фоне ночного неба производил неизгладимое впечатление. К концу XIX века Киев становится крупным культурно-промышленным центром юго-запада Российской империи. В городе развивается промышленность, создаются банки, строятся особняки, гостиницы, многоэтажные доходные дома, реконструируются старые дворцы. В 1869-71 годах производилась реставрация изрядно обветшавшего царского дворца, сооруженного в XVIII веке по проекту Растрелли. Кованая решетка XVIII века не сохранилась, однако руководитель работ, архитектор Маевский, сумел воспроизвести в рисунке мотивы, характерные для орнаментов своего знаменитого предшественника. А это скульптурные группы возле Мариинского дворца. В 1888 году завершилось сооружение памятника гетману Богдану Хмельницкому. При нем Переяславская рада в 1653 году закрепила добровольное присоединение Украины к России. Этот союз обеспечил защиту украинских земель от нашествий своих соседей – Польско-Литовского государства, Османской империи с Крымским ханством, Швеции. Такое объединение положило начало многовековой дружбы великих славянских народов. Автором памятника является известный художник Микешин. Проекты ограды и изящных фонарей разработал академик архитектуры Владимир Николаев. Здесь представлен чертеж ограды. В 1890 году по проекту Николаева строится здание купеческого собрания. Ныне в нем размещается филармония. В 1995 году здание было капитально отремонтировано. Воссоздавая его металлическое убранство, архитекторы старались сохранить первоначальный стиль. В течение 80-х и 90-х годов Николаев проектировал и малые архитектурные формы, которые изготавливались из чугуна на киевских заводах. Одним из примеров таких произведений является сень над колодцем на территории Печерского монастыря. В 1895-1903 годах на киевском заводе Термена была отлита небольшая серия фонтанов. В основу ее композиции были положены аналоги из парижского ансамбля «Малый Трианон». Этот фонтан у Золотых ворот. А этот фонтан на улице Гончара. В этот же период в Киеве была изготовлена из чугуна еще одна серия фонтанов, но несколько меньших размеров. Этот фонтан в Михайловском сквере. А этот в сквере у Мариинского дворца. В 1898 году в небольшом сквере на Андреевском спуске появилась ажурная металлическая беседка. Ее изготовили в Варшаве и установили на гранитном цоколе крошечного плата. В 1910-1912 годах бывшие царские и купеческие сады соединил клепанный мостик, созданный, вероятнее всего, по проекту выдающегося сварщика, академика Евгения Патона. В 1896 году завершилось сооружение Владимирского собора. Его расписывали выдающиеся художники Васнецов, Нестеров, Врубель. Рельефные изображения князя Владимира и княгини Ольги на створах ворот главного входа были созданы скульпторами Бахом и Залеманом. В начале 20 века в Киеве завершено строительство оперного театра по проекту архитектора Штрома. Декорирование фасада выполнен в формах Ренессанса, использован литой и кованый металл для кронштейнов козырьков, навесов, ограды балконов, фонарей. Решетки балконов на фасаде бывшей гостиницы Гладенюка являются типичным примером сочетания ковки и литья в архитектуре Киева второй половины XIX века. Кстати, в этой гостинице
Ярослав Гашек в свое время написал свое знаменитое произведение о бравом солдате Швейке. Дом с химерами является едва ли не самой экзотической постройкой Киева в стиле модерн, сооруженной талантливым архитектором Городецким в 1903 году. Фасад здания украшает оригинальная анималистическая пластика. Скульптор Эрио Саля. В Киево-Печорской лавре находится могила видного государственного деятеля России Петра Столыпина, смертельно раненого в Киевском оперном театре 5 сентября 1911 года. В Киеве есть много мест, где мотивы прошлого сочетаются с настоящим. Высоко над городом стоит Андреевская церковь, это 18 век, а внизу, под сенью дуба, расположились бандуристы. Это, по всей вероятности, 19 век. Рядом казино, конец 20 века. Национальная мелодия «Взял бы я бандуру» исполняется на только что созданном Михайловском карильоне начала 21 века. Сами же карильоны появились в Европе в 14 веке. Создание художественных произведений из металла в Киеве после свершения Октябрьской революции практически остановилось. В связи с 5-й годовщиной Октябрьской революции на площади Героев Арсенала было установлено артиллерийское орудие с целью увековечить память защитников этого завода в годы революционных событий. В 1939 году в связи с 125-летием со дня рождения Тараса Шевченко напротив университета был сооружен памятник поэту. Скульптор Манизер. Высота фигуры 6,6 метра. Памятник отлит из бронзы в Ленинграде. Кстати, памятники Тарасу Шевченко установлены не только во многих городах Украины и России, но и в странах Европы, Северной и Южной Америки. Считается, что всего в мире свыше 450 памятников Шевченко. В 1947 году тульские мастера в качестве подарка Киеву отлили чугуна ограду Национальной библиотеки. В ее рисунке заметно проявляется мотив Воронихинской решетки Казанского собора в Петербурге. В наши дни это библиотека парламента. По случаю празднования 300-летия воссоединения Украины и России в 1954 году был сооружен конный памятник Николаю Щерсу. Общая высота памятника составляет 13,8 метра. В 1962 году у входа в парк был открыт памятник Александру Пушкину. Его авторы Александр и Владимир Ковалевы установили 3,5-метровую бронзовую статую поэта на лабрадоритовый постамент так, почти такой же высоты. Этот же авторский коллектив спустя 3 года увековечил в бронзе память известного украинского композитора Николая Лысенко, установив памятник ему на небольшой площади перед Национальным театром оперы и балета. Сохраняя традицию благоустройства садов и парков, в середине 1970-х годов киевляне установили в Михайловском сквере симпатичную статую Льва Водолея. Она является увеличенной копией акваманилы XIII века, найденной в Переславле-Хмельницком. Этот Водолей стал излюбленным местом детворы и туристов. Примерно в это же время здание Республиканского дома художников было украшено аллегорическими женскими фигурами,
они как бы показывают, кому принадлежит это здание. В 1976 году на контрактовой площади старинного Бодола на невысоком цоколе-постаменте была установлена 5-метровая бронзовая статуя из местного странствующего философа-просветителя Григория Сковороды. Киевляне свято чтут память о героических защитниках города в годы Отечественной войны. В 1979 году на набережной Днепра был установлен многофигурный памятник в виде гранитного обелиска, вокруг которого находятся бронзовые фигуры моряков Днепровской военной флотилии. Чугунное обрамление бульвара Шевченко выполнено в стилевых формах классицизма. Решетка была реконструирована в 1980 году в канун Олимпийских игр в Москве. В 1982 году был сооружен еще один памятник, посвященный дружбе украинского и русского народов. Это многопрофильный монумент «Арка дружбы народов», скульптор Скобликов. В наши дни она стоит на высоком берегу Днепра, как немой укор политическим деятелям Киева и Москвы последних лет. Мемориальная доска на доме номер 13 по экзотическому Андреевскому спуску увековечила память выдающегося мастера слова Михаила Булгакова, автора всемирно известных романов «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». Здесь практически всегда можно увидеть живые цветы. Подол связан со многими славными именами. В их числе известный писатель Александр Куприн, создавший в Киеве саркастическую энциклопедию киевских типов. Мемориальная доска установлена в 1985 году. В 1991 году в истории Украины произошло знаменательное событие. В стране провозглашена независимость. Отмечая десятилетие этого события, журнал «Металл и литье Украины» в номере 10 за 2001 год писал: «Наступило пробуждение национального сознания народа. Началось настоящее возрождение нелегкой истории этой страны, возрождение культуры, искусства, памятников». За эти годы на Украине установлен ряд памятников самым выдающимся киевским князьям. Так, в 1997 году открыт памятник Ярославу Мудрому. С его именем связано строительство Золотых ворот, Собора Софии, введение законов «Русская правда», развитие образования, ремесел. Князь держит на вытянутых руках прообраз Софии как символ мудрости Украины. Автор проекта памятника – известный украинский скульптор Кавалеридзе. На территории киностудии имени Довженко в 1997 году открыт бронзовый памятник известному режиссеру Параджанову. Автор памятника Мазур сумел удачно передать сущность этого человека и увековечил героев его фильма «Тени забытых предков». В 1998 году в Киеве открыт памятник выдающемуся украинскому историку и политическому деятелю Грушевскому, который в 1917 году возглавил Центральную Раду Украины и затем был первым ее президентом. Авторы – Чепелик и Кислый. Высота бронзовой скульптуры – 4,5 метра. Масса – 32 тонны. В этом же году возле химического корпуса Национального технического университета Украины установлен памятник знаменитому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву. В 2001 году в начале главной улицы Подола установлен памятник гетману Петру Сагайдачному, знак признания выдающейся роли казаков Запорожской сечи в борьбе за независимость Украины. Авторы памятника – скульптор Швецов и группа архитекторов. В этом же году был открыт памятник классику украинской литературы и общественному деятелю Олесе Гончару. Памятник установлен в сквере, где писатель любил присесть отдохнуть и полюбоваться цветущими каштанами.
Авторы – Владимир и Александр Чепелики. Между прочим, киевляне с помощью бронзы стараются сохранить память не только о выдающихся людях и особых датах в жизни своей страны, но также и о более скромных событиях, которые часто весьма важны для жизни города. Этот памятный знак установлен в связи со столетием пуска первого электрического трамвая в 1892 году. Для киевлян, как вообще для всех украинцев, характерно чувство особого юмора. Один из примеров яркой, надолго запоминающейся шутки из литературной классики является фигура Паниковского в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Скульпторы Шур и Сивка в 1998 году придали облику своего героя торжественные черты известного актера Зиновия Герда. Между прочим, кукиш на подметке Паниковского можно разглядеть только с помощью зеркала. Этот же авторский коллектив изваял скульптурную группу персонажей популярного водевиля Старицкого «За двумя зайцами», которые в свое время создали любимые в Киеве актеры Маргарита Криницкая и Олег Борисов. Это Проня Серкова и Свирид Колохвастов. Известно, что звучащий художественный металл оказывает особое эмоциональное воздействие на человека. На рубеже веков в воссозданном Михайловско-Златоверхом соборе появился карильон. Это музыкальный инструмент, состоящий из специального набора колоколов, на котором по нотам исполняют не только духовные мелодии, но и светские произведения. В Киеве торжественно отметили 10-летний юбилей независимости. К этому событию на площади независимости сооружен комплекс, доминантой которого является монумент, увенчанный скульптурой девушки-украинки. В ее руках калиновая ветвь, а длинные просторные рукава подчеркивают открыленность фигуры. Высота монумента 60 метров, высота фигуры 8 метров. Автор Владимир Кущ. Звучит государственный гимн «Ще не вмерла Украина».